Так, вот послушай, как ты говоришь мне, я, допустим, открываю шкафчик, да, у меня вилка падает нечаянно. Ложка. Ложка, то есть, короче, неважно. Я наклоняюсь, чем там надо было мне сделать? Ну, как будто бы там... Пукнуть. Как будто я пукаю, да? Угу. А потом что я должен делать? Ну, потом открыть глаза, удивленно так. А, так, типа, и что вот? Ну и что, потом это как будто случает это. А, и как будто я такой пук-пук-пук, да? Угу. Ну слушай, ну ты мне 44 года вообще-то, вот как считаешь, нас смотрят зрители, там какие-то пенсионеры, смотрят молодежь, и вот дядька вот такой взрослый будет сейчас там пук-пук-пук-пук, да, делать? А что, будет... а они не пукают они-то сами, нет? Ну, они сами не пукают, наверное. Угу. Не, ну ты считаешь, это смешно вообще, это же какой-то идиотизм, 40-летний дядька... кривляется, скачет и пердит. Вот. Нормально вообще, нет это? Ну, да. Такие ролики снимать. Да, какой мир, такие ролики. Ну, не знаю, даже я вот все-таки я считаю, что нам с тобой надо снять исторический ролик, вот, рассказать, допустим, например, про эпоху динозавров, там очень много интересного было. Как думаешь, такие ролики зрители будут смотреть? Ну, мое историческое образование, у меня историческое образование, археологическое, у меня опыт в раскопках, у меня канал, там, правда, его никто не смотрит, а вот этот перейдешь, думаешь, будет смотреть, да? Ну, два динозавров раскапывать. Ой, блин. Так я уже снимал, уже целый год вел канал про динозавров. Угу. И, знаешь, вот у меня по два, по три просмотра. А вот этот перейдешь, вот я не знаю, вот как думаешь, сколько сейчас мы снимем этот ролик? Ну, пошли пукать тогда. Ну, не знаю прям даже. Все. Я вообще, знаешь, вот я взрослый человек. Я вот на этот перейдешь по твоей не подписывался. Я отказываюсь снимать такую херню, блин, короче. Все, давай, без меня. Все, пукнул.